Ветер поднялся, посвистывает, завывает, холодно, трясемся все, а пустой живот бурчит, что говорит теща. И тут ты меня за плечо, осторожненько так долго. Я оборачиваю, а там кровосос. Ну да я не растерялся, как сару, как прыгну на него, и давай. Опять же, вот наберусь опыта, будут и башли, как у людей, сто пудов. Новичков нынче как собак неведанных. И все они лучше стариков знают. Да, кишки скоро в узел завяжутся от местной жертвы. Вот это грустно.
Так, музыкальная пауза. Вернусь кругом сплошно. Темно. Очень темно. Нет водички, ну так я пошел. Домой хочу. Домой. Неплохо. Полезная хреновина, которая будет помогать тебе не сдохнуть в зоне. Неплохо. Хороший товар.
Неплохо. Хороший товар. Неплохо. Хороший товар. Хорошо. Ну, будет еще, заходи. Ну, проветришься, заходи. Неплохо. Хороший товар. Что еще? Здорово, брат! Thank you.
Здорово, брат! Здорово. Ну, привіт. А я б сейчас выпить не отказался. Слышали? Дуба вильно обернулась. Удовой умер. Повезли они в мозг. Остальные в реанимации. Говно в общем. Степанов подкапывался. Успели вывезти. Федин тот контужен. Если, кстати, не он, похоронили бы всех. А ведь даже выброса не было. Тянули контейнер с артефактами. Сейчас у Тихоныча. Его группа физиков проверяет его на приборах. Предварительно говорят, что это обломок аномалии, чего-то типа капсулирования, какой-то торсионная боль. Плотнее урана где-то в два раза, говорят. Плюс какая-то пульсация, артефакт на уровне психона. Свойства, естественно, непонятны. Тихоныч молчит, как партизан. Пульсация аномалии. Да. Чего только не бывает. Здорово. Все брошен нахрен и свалю. Mm-hmm.
этот с тех пор с собой тягаю. Ну что такое? Есть дело, Меченый. Надо найти сталкера по кличке Шустрый. Он нес мне важную информацию. Пропал он где-то в районе моста. Его надо найти и забрать информацию, уж живого или мертвого, мне все равно. Сходи к волку из местного лагеря, расспроси его. Наверняка он знает, где тот может быть. Неплохо. Хороший товар. Полезная хреновина, которая будет помогать тебе не сдохнуть в зоне. Thank you.
охоты, сталкер. Все брошен, на хрен свалю. Здорово. Одни как разбойничали, так и разбойничали. Другие то ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлепнуть, что высмотаться. Как бы я солдат этот кончил. Порой раз, если не подходит. Сидят, блин, на том долбанных хлопотах. Что-то устал. Не так много времени прошло, а выложился уже. Как-то все приел. Привет. Нет, так не пойдет. Давай без оружия. Thank you.
Фитилек-то прикрути, коптит. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему.
Америки. Ох, черт! И чем это я думал, что фотоаппарат не взял? Хоть бы мыльницу какую. Галовки дешевые не выстроили. От клиентов отбоя бы не было. Съел, взял камушек земли и кинул его на весь. Не думаю, сейчас рванет. Так нет. Камушек спокойно упал на грунт, будто пометненькая аномалия. Упал и все. Ну, я вас потел. Чуйка подсказывает, что это особняк. На клетках потянет на глаза. Подкидываю камушки. Камушек. И вот тут-то, значит, и сработало. У меня откинуло метров на 5. Зря, конечно, камешек тронул. Падло заработало. Еще пока летел, видел, как камни вперед задал. Стукнулся, отключился. Но камень я, да, с тех пор с собой тираю. Лучше бы дома сидел. Домой хочу. Домой. Меч. Thank you.
Слышали легенду о темном сталкере? А? Блин, боюсь ее рассказывать. Мне ее рассказал один ветеран под большим секретом. Но через день он бесследно исчез. Так и я расскажу ее. Завтра погибну. Нечего, не буду. Шлем с сеткой, с тонкой проволокой. Все обойдется. Да ну! Сомневаюсь я. Местами говорят военные сталкеры в таких шлемах. Какие-то только съемники на них приделаны. Ага, так же. Вот дерьмо. Не убивайте! Нет! Вот эти твари готовят плацдарм для вторжения. Разрабатывают планы. Здесь, в зоне. На полигоне. Говорят на меня, что артефакты — это бомбы, которые в один прекрасный момент детонируют. А так как их растащили по лабораториям, то будет уничтожена куча научных ресурсов Земли. Можно в это, конечно, и не верить, но кто знает. Может, тот, кто за радар ходил, и может сказать. Но кто реально видел здорового у меня сталкеров, оттуда вернувшихся? Мычат что-то, слюни пускают.
только лезут мысли подобные. Я вот думаю, может, эти уродцы инопланетные на месте радара поставили поле какое-то свое защитное, которое стирает мозги, как наждак. Анекдот. Приходит новый русский к сталкеру и говорит: «Флэш, ты, мне артефакт нужен, золотая рыбка называется». Я ж не в трусы засуну. Так.